Всех приветствую, друзья! Сегодняшнее видео будет называться «Одесские рыбные биточки уже не те», потому что, к сожалению, уже не те. В общем, очень хочется биточков, взял салаку, потому что здесь мы делаем в основном из тюльки, она в основном килька называют, а так в основном каждое лето у нас свежая тюлечка, и каждую неделю килограмм-два спокойно улетала на биточки, на засолку. В общем, взял я салаку, правда уже соленую. И чистится она очень легко. Так сказать, демонстрирую. Там молоко можно ставить, кто как хочет. Вот. Рыбу я промыл, потому что я взял соленую. Можно взять мороженую. Вот. А биточки уже не те, потому что самые лучшие биточки это и свежие тюлечки. И разделяю напополам. Я бы еще порезал на половинку, но не лень. Так, рецепт очень прост. У меня здесь полкило салаки. Вбиваем одно яйцо. А дальше солим, перчим по вкусу. Ну, так как у нас соленая рыба, то я просто немного поперчу. По желанию, естественно, можно добавить там всякие рыбные приправы, но в одесские биточки она не добавляется. Вот. Да, но если бы была тюлечка, я добавлять не стал, а так как тюлечки нету свежей, я добавлю еще рыбной приправы. Без вкуса. Да, немного, может, переборщил с приправой, но не страшно. И все это дело хорошо вымешиваем. И можно, чтобы постояло там с полчасика. Ну, я ждать не буду. Так, добавляем еще ложечку столовую муки. Можно немного с горкой. И также все это дело вымешиваем. До однородной, так сказать, массы. Теперь берем и в разогретую сковородку, так вот по ложечке, и кидаем. Это наши биточки. Салак немного неудобно ложится. Так, жарим наши биточки до золотистой корочки. Переворачиваем. Вот так. Наш рыбный биточек готов. К сожалению, это не то. Я думаю, одесситы меня поймут. Появится с хлебом, с лучком. Да, вообще горячие. Просто разлетаются на ура. Ну, такой себе небольшой крик души. В общем, что-нибудь жмите, пишите. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.